Доброе утро, Лазаревское, 12 февраля. Как видите, снег практически растаял, но кое-где он еще присутствует. Небо сегодня некрасивое, какое-то серое, мрачное. Ничего хорошего, походу, не предвещает. Посмотрим. Возможно, ветерок все тучки разгонит и вернется к нам лето. Но, если честно, я до конца не уверен. Ходят всякие странные слухи, что, возможно, и снег там еще вернется. Так что, как говорится, поживем и увидим. А сейчас узнаем, какова температура воздуха с утреца пораньше, ну и поедем на какой-нибудь пляж. И я так задумался по поводу прогулки к пляжу Одиссея. Брызги водичкой. Так, подождите, а на лобовом стекле что-то такое, напоминающее льдинки, я вам скажу такое. Да. Все-таки ночью был минус, а сейчас всего лишь плюс один. Как бы вот так. Не май месяц, как говорится. Встретимся на море. Итак, Сочинское шоссе, 8. Лаванда. Горная лаванда. Моросит дождик. Но снега здесь вообще нету по мини. Ну его здесь, возможно, нет, он, конечно же, был тут во время снегопада. Он такой настолько незначительный, что даже обидно. Колораж засыпал, а здесь пофигу всем. Люди не знали, что снег. Ну, кто не ездил в центр. Хотя на горке, наверное, был. Пойдемте в сторону пляжа Одиссея. Занырнем под железнодорожным полотном. И там уже дальше море. И Касабланка, кстати, тоже тут. Вот туда вот направо Касабланка. Он сейчас готовится активно. А вот сюда вот налево Одиссея. Ну, как-то так не очень зелено сегодня. Тут-то обычно цветочки, их, видите, все укрыли, спрятали. В связи с тем, что холодно было. Кафе «Прохлада». Кажется, так оно называется. А я пойду посмотрю термометр, сколько градусов. Ну, на данном местном термометре показывает плюс 5. Вот, как бы. Кафешка вот такая вот красивая. В данном случае цветочки еще пока не закутали. Вот они. Не то чтобы ярко выглядят, слегка их мороз, видать, так подмучил. Но нормально в целом. Рябина тоже стала такой бордовой. Вот такой вот красивый пляж Одиссея для одиссейцев. Ну а сейчас, конечно же, пойдем в сторону моря. Обратите внимание, опять же, на морской песочек, для тех, кто не очень любит гальку. Она здесь тоже присутствует, на этом пляже, но все-таки преобладает здесь песок. Завезен он либо местного происхождения, я не знаю. Но в любом случае это такой морской песок. Ну а море сегодня не очень симпатичное, такое невзрачное, серо-коричневое, матовое. Но тем не менее, знаю, купается народ. В стороне Адлера и Сочи есть какая-то яркая полоска, ну, солнце стоит, в принципе, почти с той стороны, поэтому оно там имеется. Над морем тучки, облака, а в Туапсе тоже, в принципе, кажется, мне ясно сегодня.
достаточно ясная погода. Все, всем доброе утро. Не будем затягивать. Побежал. Домой выкладывать вам очередное произведение искусства.